Че, собрались все? Выезжаем. Давай. Все в сборе по машинам. Вот так наши покатушки закончились охрененные. Выше было. Вот последняя заправка. В Польше заправляемся, наверное. И выезжаем. Вот заехали колеса менять, поставили неправильно. Вот еще заехали в Польшу на заправку помыть машины. Немного грязь сбить. Что получается? А? Получается? Получается. Смотри, что интересного там, видишь, на светофоре. Там этот отсчитывает сколько секунд, минут. Mm-hmm. Время идет. Вот мы и покидаем Польшу. Через пару километров будет граница, да? Что такое? Чего не едем? Какой-то там дрыщ болотный едет впереди. Кауфланд даже есть. Лидл. И Лидл есть. О, зеленый. Вышли на автобан. Тебя вообще не слышно. Думаешь, меня не слышно? Не-а. Слышно. Метров подъезжаем к границе. Польско-немецкая граница. Так, пацаны уже улетели. Километр, наверное, 100 уже обсудил. Где мы, в Германии? Да. Вот так быстро это происходит. Раз ты в Польше, раз ты в Германии. Это первая госпарковка.
последненько парк-плац остановились. Попрощаться. Неизвестно, когда мы еще раз так вот вырвемся. И тут у нас сейчас через 5 километров наши автобаны расходятся. Саньку прямо ехать по четверке, а нам на 14 надо будет сворачивать. Ребята, подводим итог. Как я выжил, нормально? Да, вообще, выше. Выше. Короче, подводим итог, да, едем мы домой. 3 ночевки мы сделали в Польше. 2 полных дня откатались. Блин, после 3 ночи возле костра сидели. Да? На камеру не передать этот огонь. Продымленные, проэтованные, вонючие, ужасно. Ну ладно, стерпим. Едем домой, короче. Там мы как раз перед отъездом писали комментарии, на 35-х не ездит, да, не тянет машина. Нормально, пацаны. Вот съездили туда-сюда, обратно. Едет 100%. Говорю, как она не тянула, так что она сейчас нормально едет. Газу даешь. Ни от кого не отставаем. Даже не отстаем. Даже эти легковухи обгоняем. Решаем. Примерно 100-120 мы идем. Нормально. Еще там один как раз писал, типа, дедушка, накололся, не бывает 150 тысяч. Ребята, уже накатали на этом масле 3 тысячи, а то может быть даже и 4. Масло вообще не жрет. И двигатель, заметьте, работает постоянно между 3 и 4 тысячи оборотов. Постоянно на оборотах, я его не жалею. Где-то в городе до отсечки масло не жрет. Мотор отлично. Это реальные 150 тысяч, что он прошел. Сейчас уже 157, 158. Сейчас будет уже скоро 900 километров, мы с дома выехали. Ну что, нормально съездили. Как бы хотелось больше, конечно, снега, но, честно говоря, даже на это не рассчитывали. Даже на это не рассчитывали, так что все остались довольны. Я в том числе. Всем понравилось. Покатались от души. Реально, я не знаю. Мы катались, никто нас не трогал. Ни менты, ни местные. У местных спрашиваем, что, как в лес заезжать. Заезжайте. Так что мы заезжали и лупили. Встречали там и дровосеков тоже. Дрова там заготавливали. Они нас как на придурках посмотрели. Есть на туареге, на паркетниках, этом, на патруле, по лесу убивают машину. Они посмотрели, ну придурки. Все, больше ничего. Ни один предъяв не это не предъявил. Ночью реку нашли опять. По реке плавали, там есть снимки. Я выставлял. И выставлять буду. Что, давай, кузовичка, может, надерем. Опа. Так что вот, с Саньком познакомились, первый раз в жизни человека видели. Пацан вообще отличный. Точно как мы. Нормально. Техника интересуется. И путешествиями тоже интересуется. Я думаю, тебя уже не слышно. Слышно. Да, мне не слышно. Короче, Санек вообще зверь, пацан. Машинами техника интересуется еще больше, чем мы, разбирается в ней. Сказал, что помощь любая, звони, пиши. Ну и думаю, тоже следующая поездка опять, наверное, с Саньком будет 100%. Любую точку мира, за любой кипиш крутим, голодовки, только звони, пиши, рвем. Хоть даже на одну ночь куда-нибудь, без разницы куда. Может быть, даже поедем в это, как я говорю, Финляндию, в ту сторону, как поедем. Там побольше снега будет. Может, если вырвемся в феврале, может, съездим. Но это будет потом. Надо немножечко его еще поделать. Не нравится, не плавает. Все-таки мы порешили, надо ему резинки поменять, все втулки, и он немножко успокоится, лучше станет. Ну, говорю, на 35, я бы даже на 37 бы ездил. Точно. Зато обороты намного меньше. И коробку надо менять. Закалипало. Шумит. За эту дорогу, короче, она вообще. От того я на 5 даже не едем. Вот. 5 раз уже. Ай, нормально.
урод, блин. Нет, он не урод. Бидор. Бидоры всегда так делают. Бидоры все так делают. Сейчас, короче, да, пацаны уехали вперед с прицепами. А мы их догоняем. Короче, одно колесо неправильно поставили, как раз переднее, назад, ну они там немножко диски у нас видоизмененные, выточенные, задний подходит, то как задний, передний, то как передний. А мы вчера в темноте не посмотрели, одно посмотрели, второе не посмотрели, и как раз именно переднее назад поставили, и она у нас была яйцеобразная. Заехали мы, да, в польский аутосервис. Нормально. Пацаны, правда, не понимали ни на русском, ни на немецком, ни на английском. Мы им объясняем, колеса надо поменять. Они, окей, запаску вам поставить. Какую запаску нахрен поменять там колеса? Это туда, это сюда. Вот так вот местами. Начали все откручивать. Хотели бортировать их нахрен надо. Я не знаю, зачем, короче. Я им кое-как объяснил на пальцевое. Это туда, это сюда. Меняем. Все будет нормально. Ну, говорил я, поменяли, они посмотрели, зачем он это делал. Я не мог им объяснить, что фельги, что диски разные немножко, именно внутри дырка центральная. Ну, короче, заплатила им там даже не 10 евро, потому что неохота было поднимать его на хайджеком там играться. Уже были как раз в городе, сразу на сервис заехали, нас на этом подняли, поменяли и уехали. Там 7-8 уров. И стали мы на полу валяться из-за этого. Так что теперь будем копить деньги на следующую поездку. Давай. И надо придумать, куда им. Больше мы уже были. Россия далеко. Съездили бы в Россию. Это еще будет поездка, 100% будет. Но даже, наверное, не в следующем году. Хотя Санек говорил, он как раз хотел бы в Россию поехать. И если он поедет, то и мы поедем. 100%. Да. Или мы ему на хвост, или он нам на хвост. Это будет по-любому. Единственное, надо будет, знаешь, что? Мамку отправить куда-нибудь в Майами. Чтобы ей тоже было прикольно. Чтобы она не дома сидела. Мамку, короче, корабом отправим. Купаться с Мишелем и Сидьком. А мы сами губы на нас поджимают. Нормально, парень. Что с собаками делаем? Собаки? Блин, значит, надолго поедем, возьмем с собой. Они там нам будут вот это еду добывать. Собаки, собаки. Собаки отдадим бабуле. Деваться некуда. Не, ну мамка же тоже надолго не уедет. Она максимум на 2 недели улетит. На собаке 2 недели. Бабуле. Собаки, да. Хорошее дело, но привязаны. Не бойся еще дома. Кошку можно на улицу выпнуть и бегать. Сама себе мышей наловит, воды наловит. Воды наловит. Воды в ведрах наносит. Вот так вот. Что нам осталось дома? До дома осталось, а он неправильно показывает. До дома осталось километр, наверное, 300, наверное. Примерно как тот Нави говорил. Где-то может в 5 будем дома. Что, сегодня в сауну? Да, 100%. Сегодня сауна у нас будет, пацаны. Сегодня у нас будет сауна, будем откисать. Сперва в душ, это дерьмо смыть вонючее, а потом в сауну. Потом опять в душ. А потом опять в сауну. Да. А как зубы-то по утрам было чистить, а? Вода холодная. Ты ее туда щетку, она прилипает, прилезает к зубам. Как бы мы в этом вагончике спали, пацаны, вообще тепло было, отлично, да? А, первую ночь у нас газ не работал.
взяли с собой вагончик, чик, а газ, короче, пустит. Там это на этом, на газовом баллоне клапан, сволочь. И он, короче, это не давал, короче, на полную мощь этот газ. Газовая плитка не работала. Печка тоже кое-как пиздела, короче. Ништяк Санёк, который с нами познакомился, с собой взял пиздилку. На всякий случай я ее забросил. И теперь на всякий случай, как бы, это, 2 дня чуть ли мы на ней варили. И чай варили там, а что мы там, что это. А яйца жарили у сутричка, наверное. И суп варили. И суп варили, короче. Потом, а что мы приехали туда, в Польшу, и там, а это, тоже праздник, как и в Германии. Все закрыто. По заправкам раз-раз-раз, нет такого клапана, короче. И вот, короче, этот клапан сраный, мы не могли нигде купить праздники, потому что нам на дворе жили, короче, так. Да, я представлял, я утром буду вставать, как кох-повар такой. Раз, встаю, быстренько всем яйца пожарил, ну не тут-то было, на улице. Ну, естественно, умывальник там у нас не работает, зубы чистили, умывались на улице. Санек даже с утречка встал на туареге. Встал, разделся и давай снегом там. Пацаны посмотрели, чуть сами не замерзли нахрен. Так, нам кажется, сюда съезжать. Ах, этих мы еще обходим. Еще километр 200. Километр 200 и у нас будет 38. Ну, короче, нормально. И поржали, и вечером постоянно возле костра. Короче, да, гигиена у нас была, говорю, Санек с утречка встает, на пояс раздеется и снегом. Пацаны смотрят на него, да ну нафиг, говорю, чуть, пока смотрели, чуть сами не замерзли. Вот так, Василий. Нормально, прикольно. Каждый вечер, короче, у нас был шашлык, ровно как рассчитали, столько нужно было, столько взяли. Даже курочка осталась. Еды, конечно, как всегда, перепачили. Пол багажника обратно везем. Сейчас в магазин заехать, что польской колбасы купили с собой. Дома покушали. По дороге уже пробу снимали, нормальная колбаса. Ну не домашний, магазин, короче. Ширпотреб. Хотелось бы домашний.